Всем привет, меня зовут Макс Брандт. Всем привет, меня зовут Ксюша Георгиева. И снова столько дому, давай начать игру «Баланс 20», то есть мы можем максимум два раза проиграть. Так, обычная игра. Естественно, обычная выигрышная игра. Так, давайте. Екатерина Смирчакова, 60 мы готовы. Тысяч очков, она только в это играет. Но всего 17, хотя мы играем частенько. Ну, частенько. О, Алина, 10 уровень, как мы, все как мы. Что делают подбой курантов? Пьют шампанское. Загадывают желание. Простите. Нет, но это примерно... Слушают президента. Празднуют. Ну, блин. В общем, ход соперника. Сейчас посмотрим, что у нас. Смотри, скажет. Пьют шампанское, загадывают желание, слушают президента, празднуют. Тост. Говорят тост. Говорят тост. Чокаются и пьют. Загадывают желание. Да. Загадывают желание. Желание. Yes. О, на три умножи. Так, хорошо. Так, что у нас про президента было? Празднуют. Тост. Ну, празднуют, да, в целом тоже можно, в принципе. Целуются. Чокаются и пьют тоже. Целуются, бывает такое? Бывает. Вот, у меня было. Да? Да. А у тебя? На камеру скажем, что да. Будем считать, что мы вместе празднуем. Так, работаем. Давай целуются, пускай. Нет. Хорошо, нет. Вот так у нас решаются дела. Нет, все. Работаем. Что такое? А что мы говорили? Празднуют, пиши празднуют. Ну, я. Ой. Целуются, то ли что есть. Да сейчас она напишет и прогадает. И мы скажем, о, как хорошо, что мы не такие. Обнимаются. Слушают президента. Да, кстати, ну хотя уже не под... Все, меня подожди, загадывает желание, что у нас было? Слушают президента и всё. Тост, говорят. Ну, тост, давай тост напиши. Просто тост можно? Ну, говорят тост, напиши, ладно, говорят тост. Вот почему ты меня не слушаешь никогда? А почему? А потому что у тебя говорят тост вообще вместе. Ну, ты не смотрел на экран, ты всегда меня поправляешь. Я тебя, я тебя проправлял, когда целуются. Радуется. Ладно, хоть давай напиши. Уж смотри, у нас еще три варианта ответа. Что может быть? Едят салат. Едят, напиши. Едят. Вот это нормальный вариант. Ах! Столько очков. Так проиграли, просто не... Поздравляют, кричат ура, считают. Считают хорошо. Ой, я, кстати, вообще не подумала. Кричат ура. Ну ладно, тоста не было все равно. А вот целуются были. Ну вот были. И мы бы на одно очко были впереди, и она бы проиграла. Ну да. Ой, какое дерево. Ладно. Какое дерево чаще всего встречается в лесу? Ну какой? Ёлка. Берёза, ёлка, сосна. Дуб. Сосна, давай. Нет, давай. Или берёза. Угу. Хотя... Да, о, нормально. Берёза, дуб, клён. Ну, клён меньше. Не, просто те, которые не то что встречаются, а те, которые на языке больше. Клён меньше, она говорит, нет. Хорошо, да? Дуб. Давай дуб. Ну, дуб в лесу. Да, давай. Да, дуб хорошо. Хорошо, дуб, есть еще тополь. Ну, то есть ёлка точно первая. Ёлка точно первая. Сосна уже была. Я знаю просто клён, тополь. Это приятно. Что ты знаешь эти... Не, просто я... Ель рябина, на первом месте, естественно. Ну, это дерево. Давай это тополь. Дерево, это... Тополь просто звучит. Тополь. Давай тополь. Может и нет, конечно. О, нормально. Хотя бы я... Два человека всего. Ну да. Потому что это... Да. Да все, хватит. Ну все, давай сейчас у нее... Вот тополь что? Какие еще будет? Клён. У меня осталось только клён. Она называла клён. А почему ты не читаешь и не вправляешь? А почему ты не читал в прошлом раунде? Я только ее читаю. Просто вот, давай, что мы имеем? Давай. Так рябина, вот я говорила. Рябина, ну вряд ли. Но рябиновый куст. Это же рябиновый куст. Это не куст, это дерево вообще. Да, почему рябиновый куст? Потому что... Так, ладно, подожди, какие еще деревья-то есть? Ты же там шишечки. Давай, шишечки, давай. Давай рябины, все, быстро. Все, нет. Ну, хорошо, нет. У нас еще есть время, ну, нет, если она проиграет. А, ну в любом случае это последний ход. Либо выиграет, да. Липа. А, кстати, да, липа еще. Нет, липа нет, к сожалению, нет. Подожди, дуб, нет. Тополь. Да ну, осина, может. Осина скорее, конечно, осиночка. Так, ну что ж, сейчас, в принципе, равная борьба. Да, тут надо в любом случае хороший ответ нам
убирать. На гепатит у меня, это как не помню. Ой. Что ой? Какая бывает? Вода. Вода. Пресная, соленая, морская, питьевая. Кипяченая. Напиши, дистиллированная. А, мы не поймем, как она пишет. Давай кипяченая. Кипяченая. Она сейчас любой назовет и выиграет. Да, жалко. Да, 10-литровая. Надо писать. Я думаю, такой не будет. Ну вот соленая, морская, пресная. Газированная! А, она все равно выиграла, у нее 6 очков. Чистая, холодная, питьевая, прозрачная, минеральная, пресная. Пресная, кстати, была у нас. Ты так, конечно, обидно. Из-за целований из-за твоих, конечно. Ой, из-за мать. Отказов из-за моих. Из-за отказов целований. Мы ладно, проиграем. Следующая игра, у нас очков-то что? Ну все, последний раз мы можем проигрывать. Ну только у нас не было там каких-то. Не было у нас никаких, ребят. У нас никаких нету уже. Сил? Вот так вот начинаю. Опять она. Ну что ж, давай. Так и назовем выпуск. Алина. Алина, цену. При покупке одежды на свой смысл. Да. Цена. Размер. Цена, размер. Качество. Качество. Марка одежды. Лейбл, бренд. Качество, давай. Цвет. Нет, размер. Размер, да, естественно. Потом цвет. Ну вот. Фирма. Ну да, ну марка. Ну должно что-то. Марка. Ну, марка одежды. Ну, фирма одежды. Ну, фирохи. А что фирма тебе нет? Фирма одежды. Лейбл. Ну, это уж не по-русски. Ладно, то так. Есть фирма по-русски тебе? Фирма. Фом. Пропустил ход. Она. Так, что вы говорили? Да, марка. А еще был цвет. Ну погоди. Ну он точно есть, а марка может нет. Ну давай так. У нас тот цвет. Фасон, крой, ткань. Ткань, пиши ткань. Ну качество, хотя. Видишь, как мы здорово отвечаем сегодня. Блин, ну это вообще никуда не годится. Никуда не. Цвет надо было отвечать, мы бы не проигрывали. Только а толку-то все равно. В смысле? У нас было 1-1, она по цвету не смогла ответить. Хорошо, еще что? Так я не знаю. Так, блин, как так-то? Ни на что. На манекен. Пропустил ход. Давай, сейчас выиграем. Какие еще варианты? Ну давай фирма, ну может марка просто не подошла. Ну какой еще может быть? Производитель. Страна-производитель. Да, Макс, это совсем... Ну, это, ну, как? Да, ну, производитель точно нет. Ну, так а что тогда? Ну, давай, пофиг. Блин, а что делать-то? Блин, Алина непобедима. Алина нас делает, короче. Ага. Так они втроём. Фасон, как... кто сказал и не послушали меня? Я не слышала вообще. Так они втроём думают, смотри, там еще два парня. Ну, слушай, они за одного человека максимум сойдут. Ладно, 50 всего. Как вы определите, что человек очень умный, нет, волнуется? Потеет. Потеет, краснеет. Красный. Заикается. Дрожит. Заикается, дрожит. Умер. А, он уже не волнуется. Все. Потеет. Так, мышка краснеет. 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 Заикается обязательно. Там. Дрожит. Дрожит. Дрожит, сказали, да, еще? Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, скажи, дрожит или нет? Холодит, ну, холодно. Мерзнет. Знобит. Тесется. Напиши волну, этот самый, заикается. Трясется, заикается, напиши быстренько. Ну, блин, это не подойдет. Подойдет. Нет. Да, трясется точно первое будет. Заикается или заикается? А, нет, заикается. Ну, естественно, же волнуется, конечно. Заикаться, потому что. Естественно. А в первом домике живут утют. Трясется. То есть она как бы. Давай напишем. Трясется, и она оба это самывается. Думаешь? Да давай, ну прикол. Да. Не-не-не-не. Ну ничего, мы не злые. Она сейчас у нее один ответ. Хорошо, краснеет, потеет, заикается. Краснеет, потеет, заикается. У нас еще было. Мерзнет. Ну, мерзнет. Боится. Все, ну мы выиграли. А потом что еще человек делает? Дрожит. Дрожит. По глазам. По голосу. По дрожащему голосу. Ну, дрожит было бы нормально. А, как вы определите? По глазам, ну.
Как вы определите? Так, со всех четыре, Максим, как нам выйти? Ну что ж, пускай она отвечает первой. Из окна вылетает телевизор. Как вы думаете, почему? Ссора. Это самое... Сломался. Думаешь, это первый ответ? Я думаю, ссора первый. Ну тогда давай. Из окна вылетает телевизор. Купили новый. Не было холодильника. Это очень тонко. Нет, давай быстрее. Сломался. Это, помнишь, в городке, короче, была такая сценка, типа то, что сейчас оттуда вылетит сейчас оттуда вылетит холодильник. Yeah. Сломался. А сломался первый, видишь? Ага. Купили новый еще лучше. Купили новый еще лучше. Упал. Логично. А, из окна вылетает? Почему? Потому что упал. Логично. Не очень. Ладно, что на связь. 350 очков, ничего себе. Может, нам какой-нибудь бананчик дадут? Ну нет, надо здесь стоять. У нас еще одна игра, да? Ну, а, нет, 10 минут. Все, ребятушки, спасибо большое. Потом как-нибудь расскажу вам эту историю из городка. В общем, там экстрасенс говорил, сейчас вылетит холодильник. Вылетает куча, телевизор, шкаф. И потом такой чувак, ну нет у меня холодильника. Такая история. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро Hearthstone, скоро FIFA, скоро сюрприз на Макс Мэйс видео. В общем, и Инстаграм наш тоже будет обязательно в описании. Мы вас любим. А, очень сильно. Пока.